Миленко, сумела ли отдохнуть команда после тяжелейшей серии с Днепром? И чему в общих чертах посвящена сейчас тренировочная работа? We have enough time to recover, you know. It was like a couple of days off, you know. We have a small problem with injuries, you know, but we tried to recover, so more or less was enough time to prepare for the next opponent, you know. У нас не было много времени на то, чтобы восстановиться. Мы сделали небольшую паузу, дали по возможностям ребятам отдохнуть. У нас были небольшие повреждения внутри команды. Опять же, это время потратили на восстановление тех игроков. И, конечно, подготавливаемся к финальным играм. Для вас вообще стало сюрпризом, что финал пробил из Запорожья, а не Киев Баскет? Honestly, I cannot say that we are so surprised. Because we really respect the team of Zaporozhye. I think this is most aggressive team in the league. This is one of the best defense in the league. This is what they show through all this game from moment when we come here, you know. So maybe it's not big surprise, you know, but it's okay. It was Kiev maybe was favorite because of like home court advantage, you know, but Zaporozhye, how they play, how they play with the toughness, with aggressiveness. For us is not surprise. Для нас не было это особо большим сюрпризом, потому что баскетбольная команда из Запорожья – это прекрасная команда, которая очень хорошо играет в защите, она также очень агрессивно играет в нападении. Они очень четко выполняют все установки. И да, конечно, Киев Баскет считается фаворитом, считался фаворитом в этом противостоянии, но команда Запорожья заслуженно одержала победу. Поэтому это очень интересная команда. Мы к обоим командам относились с огромным уважением, мы готовились к ним всем. Но когда определился финалист, стали больше уделять внимание Запорожью. Сконцентрировались на Запорожье. Немножко можете подробнее рассказать, благодаря каким игровым моментам Запорожье превзошло Киев Баскет? Like I told you, this is like I think they play really good defense. You know, this is really physical. They aggressive. You know, and if teams they don't adjust on this kind of defense, then it's really difficult. I think this is what they give them the strength to all these games. So. I think like strong defense. They have like two great creators in the team. You know, Kefi play really good with Tikhonov in a pair. So I think those two guys they make advantage. You know. Команда Запорожья, как я говорил ранее, прекрасно играет в защите, довольно очень сильная команда, физически сильные ребята, прекрасно отрабатывают в защите. И благодаря вот этим вот ключевым моментам они за счет этого и выиграли у Киев Баскет. Это прекрасная команда, которая хорошо играет в защите. Перед первым матчем у Прометея на 2 дня больше на подготовку, чем у соперника. Дает ли это какое-то преимущество нашей команде? Oh, for sure, if you have like 1.5 days, you know, more to prepare, this is like for sure, this is small advantage for us. I need to be honest, you know. But when you come to the final, this is like maybe everything, you know, it's open. Who is like fighting more? So character more or less comes to the character is the maybe weapon, number one. Я бы не сказал, что это сильно большое преимущество. В плане подготовки. Да, у нас было время немножко передохнуть на 1 день больше и также приступить к подготовке к следующей игре. Но в этой игре все будет зависеть больше от характера обеих команд и выигрываем на силу воли. Спасибо и желаем удачно начать завтра серию. Спасибо вам.